Подозреваемого в незаконной вырубке ольхи задержали в городе Елизово. Как установили в полиции, 57-летний житель поселка Термальный занимался уборкой на территории лесничества. Мужчина спилил 58 экземпляров ольхи, причинив ущерб лесному фонду России на сумму около 17 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства к явке. Расследование продолжается.